rain on them. Показать, как я буду открывать все лутбоксы, которые накопил за 5 месяцев. Итак, у меня лутбоксы, давайте начнем открывать мы с самых фиговеньких. Давайте фрагменты откроем, 2 открываем, нам падает по 30 фрагментов, или поскольку там выпало. Дальше мы открываем серебряный сундучок, нам падает 75 золота. Вот такие вот сундучки, где можно было получить такой подарок на голову. А дальше что у нас? Вот такие вот 7, давайте сразу откроем. Помните, была такая топовая халява, там много всего интересного было. Дальше вот такой вот сундучок, он, по-моему, тоже ближе к зиме выдавался, ну или нет. Вот давайте тоже какой-то интересный. Открываем, нам падает всякая фигня. Так, вот такой вот здесь шанс получить алмазный джекпот, когда это был. Ну, 300 золота было. Так, давайте маска. Так, маска нам не падает. Падает жетон охотника и карта скром. Дальше у нас лутбокс 2019. Тоже ничего интересного не падает. Вот, открываем этого индейца. Гиджари Гуджу. Так, дальше 3 дня скром. Так, пошли оружейные лутбоксы, 3 дня АК падает нам. Дальше 24 АК, 2, так, 24 часа, еще раз, 7 дней. А, 2, давайте, 3 дня ВСС, М4, А1, там сколько тоже выпало. Так, быстренько открываем эти все лутбоксики. А, 7 дней, 2, так, райд, осталось 2 в смысле. Так, давайте 24 часа, так, я быстренько тут все открываю, 7 дней. 3 дня этот дробаш. Давайте дальше. 3 дня цифровое вторжение. Так, вот такие для ивента там прикольные. 24 часа падает опять. 24 часа, но это в принципе все. Так, давайте, что я быстренько сейчас открыл. Мы сейчас посмотрим. Заходим так в коллекцию. А, так. Дальше нам нужно зайти в оружие. Дальше 4, 23 часа, да. Так, 23 и 3 дня. Так, дробаш на 3 дня упал, на 12 дней калаш, дальше МП5 на 7 дней, еще одна на 7 дней, другая на 8 дней. Так, нет, давайте вот тут все-таки поставим. Вот такая вот. Дальше футуристический скар на 3 дня падает нам. Так, дальше что у нас еще выпало? ВСС-ка выпала нам на 3 дня. Еще одна ВСС-ка на 3 дня. Давайте, наверное, звездный генерал все-таки поставим. Так, дальше что? Дальше фараон падает на 8 дней. Вот такой вот синий горячок. Давайте его поставим. Дальше у нас цифровое вторжение, ФАМАС и дробаш. Так, ну они тут тоже мало. Максимум 3 дня. Ну, дальше мы переходим к моему первому аккаунту открывать оружие. Крутим в первый раз, нам выпадает. Блин, повторка, клыки гепарда. Говно это... Нет, это нормально, только вот повторка, вот хреново то, что. Так, дальше открываем, нам выпадает. Вот это вроде красиво. Ну да, это нормальная оружка. Ну, только СКС, если было бы что-нибудь другое, это вообще топово было бы. Такс. Дальше нам выпадает золото. Вот это говно. За 40 алмазов 300 золота сейчас будем покупать. Дальше что нам выпадает? Дальше нам выпадает... О, нифига себе, это самый топовый скин во Free Fire. Он, по-моему, самый редкий. Ну, не самый редкий, но достаточно редкий. Это единственный нормальный скин на это оружие. Лиловый ужас М14. Ну, в принципе, ладно, пусть будет. Да, прошлым был намного лучше. Так, дальше нам выпадает розовый рай. Опять повторка, но, блин, ладно. Это тоже нормально. Так, тут пришло какое-то говно, поэтому мы дальше открываем уже за бесплатненькие. За бесплатненькие нам следующий выпадает золотой. Блин, это бомба, она уже повторно выпадает, у меня уже такая есть. Так, давайте посмотрим, что мы приобрели, что у нас теперь появилось. Заходим в оружие, нас тут что у нас ждет? Вот М14, вот этот лиловый ужас, давайте ее оденем, потому что у меня на М14 нет оружия. Дальше, так, специальный огон, урон немного увеличен, фиг с ним. Так, дальше, СКС, меткость плюс 2, ну тут перезарядка, ну это фигня, перезарядка. Давайте возьмем, да, давайте меткость возьмем, теперь розовый, вообще топовый, это единственный, который прям плюшки дает какие-то. Так, ну у меня таких гранат есть две, ну ладно.
Так, ну и советую подписаться на свой канал. Всем удачи, ставьте обязательно лайк или дизлайк, обязательно лайк или дизлайк. Вы посмотрели, поставьте лайк, если не понравилось, то дизлайк ставьте. И напишите почему. И напишите почему.